как происходит бросок. Камень перед вами, не сбоку, не позади колодки где-то, а именно перед вами. Камни поднимать не нужно, то есть вы будете выезжать, не надо их поднимать. Они всегда на льду. Во время, то есть камень перед вами. Немножко двинули камень, ну, примерз, или вам сил не хватает, чуть-чуть двинули камень вперед, да? Попробовали, ага. Сами всем корпусом отодвигаетесь немножко назад и поднимаете так. Получается вот так. Подняли так, левую ногу чуть-чуть назад. И вы толкаете камень вперед и просто за ним проезжаете. Показываю медленно, как это происходит. Приподнялись назад, чуть отъехали. Левую ногу вперед,